второй или? Почему я одну трубу только наблюдаю у нас в отряде? Возьмите трубы. Мужики, блин, ну это освободите моему, блядь, совертолетчику. Труба недоступна. Да, у нас одна труба. Да, возьмите тяжелую трубу, всё. Заблочь. Я бегу, вот он я. Ты на пулемете, не? Наша задача блочить чекер-код, короче. Валера, блядь. На пулемет сел, вот, только сел. Все. Все, заебись. Готов. Дальше будет. Блин, чувствую, мы от техники там получим на чекер-коте, ух. А на Черкуте обычно сопля туда приезжает. Ага. По-моему, туда сопля не приедет, туда техника приедет. Не, вертушки постоянно на молокобат садятся, на Чекаркут приезжает сопля. Почему у этой нации длится как у геев? Почему у нас МГС-2? И все, и лети дальше на Черкут. Дай Фаритима. Это не MD-42, Фаритима. Это MD-3. Мне. Извиняюсь, зря быканул. С нашим гранатометчиком стрелок бегает. Принял. Вот, короче, браво, вы там втроем бегаете, это друг друга хилите, если что, вам медика одного дал и стрелка тебе. По-моему, там какой-то камызяк сидит просто.
За этими горами села вертушка, вот здесь где-то. Минер, сапер, слышишь, минируй, блядь, дорогу, дорогу минируй. Слышишь, у нас едет тут минируй, сопля, иди сопля дорогу. Едет по дороге. Да-да-да. Да, все, что я вижу. Сопля по дороге. Пусть подъедет. Бродля на заходе. Сопля полная. 25-30. Градиус, азимут. На метке да, глаза. 25-30. Где-то за горой остановилась. Ой, красавцы, блять. Где минируй, минер, блять, дорогу заминируй у нас тут. Зажимаем, 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 зажимаем. Гранатами закидываем. Так. А я их видно, они как построили? У меня. Алик, видите, иди за меня. Все, снял справа на метке коски. Подходите быстрее, всех снял. В хабе резнулись уже новую. Кап у них стоит. Да, да. Блядь. Идите к капу, капу, идите. Вы за меня где-то один пил. А мне сидит. Я еще сидел. На тебе один раз отправлю. Это на мне пулеметчик лежит и кроет вас. Выше. Сейчас нам еще саблю подставить, сейчас разрубим. Ча, медика поднимем. Патроны кинем. Кстати, я сейчас вам тут... Трое фобов. Это гранатометчик, я внизу поставил. Сидите, кройте фобу. Шьет снайпер. Сейчас. Да, блядь, ты его так поставил, что его не копнуть. Там пушку видно. Заедет наш прям на их хаб.
радиотаверы где-то летают. Радиотавер птуп. Контролите их, блин. Да, контролят вроде. А нет, там смоки вылетают. А нет, ДВ все еще кидают на нас. Будут выдвигаться. Гранату там чел. У медика гранаты нет. О, нет, у какого-то было. Не, вообще прям буквально нет гранат. Вообще. Техника какая-то кроет или что? Отдача была большая. Но не такая. Или у Альянса тут непонятно. С метки 6-го пехота идет на хаб. Какой-то снайпер стреляет, не пойму где. Да, он с севера где-то ебошит. Короче, я его видел, у нас снайпер сидит вот на этом холме. Смотрите, метка марксмана.
Ага. Понял, сейчас. С этой стороны к нам вот пехота подваливает, смотрите. Вы выкопали фоп там, который вы куда ходили? Нет, никто ее не копнул. Ее не забрали. Подходи, выкапывайте, блин, надо, иначе нас тут сейчас техника жопа будет. Техника подъезжает, техника на метке база. 30. Техника подъезжает. Нашего мейна стреляет, с нашей фобы, как мы приехали с дороги. Сейчас я утащу. Он близко. С глаза убили? Пулеметчик стрелял. С метки глаза я, кстати, смотрел, не увидел там снайпера. Патроны ложу. Зажимайте хаты, пехота вышла к нам. Близко, пацан. Смасливало. Нас фобы, это чакар-код атакует пехота сверху. Гранатометчик, я там патроны кину. А метик есть? Возле патрон. Есть. Прикройте. Так, братан, я тебя поднимаю. Мне кажется, с юга всё-таки с медиком сейчас сняли. Ищут, не могут найти стрелков. Где это? Как раз таки сейчас будет есть что делать, если они сейчас молокопа соберут, опять чекар-код будет, короче, в напряге. Ugh.
Митик, это не ты по мне стрелял? Нет, нет, нет. Уходите на Чакар, на Малкопад, слышите? Уходите оттуда. На Макар? На Малак, да. Там на радиовышке, это, брейки стоит. Куда еще раз уходить? На Малакабад. Малакабад, идите. По пути у вас там вертолет будет, они там высаживались. Где-то вот здесь вертушка садилась. Ну все, мы рации. Майну вставайте, кажется, слышите? Работает снайпер или кто-то сайт осторожно. Ты слышишь, что работает? Не пойму откуда. 10 секунд. Ну ладно. Так мы идем на Малак. Я кричал дохлым подниматься на майке. Вот это я, кстати, не слышал. Ладно, идите, атакуйте Малак. Сейчас прострём, пипец. Тур один. Вижу, тур один. На мне. На мне прям на мне. Зептура вон на метке глаза ползает.
Так, спустись, убей. Который на Чарли стоит. Он один. Кабом с Фобой. Вижу, вон хаб на метке глаза их. Блядь. Через Малакабад проходите, заходите на Маунт-Зай. Кто там двигается, пехота, парни? Малакабад, чекайте наличие фоба. Если есть, разрушайте и заходите на Маунт-Зай с тыла. Хаб надо выкурить, который я на которую я метку кинул. Я вижу хаб, вижу. Он у них открытый стоит. Да, я... Там открытый, сопля и пехот. Да, его бомбят, короче. Я не хап, то есть фобот капнули. Прикрывай, медик. Давай. Бахадур?
На метке глаза орали, кто подходит к точке, обходите ее, чтоб не спалиться раньше времени. Да что, полиция уже точку забирает, предпоследнюю. Идите на Маунт-Зай на фиолетовую метку. Блять, уже в упоре. Куда нас стреляют? Смола кабата. Сдаваться, да, суки?